Отрезанная флора Сабнатика. Мозговой коралл. Когда-то разрабы планировали добавить его мини-версию, а также сделать его ресурс исчерпаемым. Отчасти эта задумка была реализована в Below Zero с кислородным растением. Висячие водоросли. Помните висячие жало? Ну так вот, это что-то похожее, только зеленое, декоративное и без ГМО. Ловушка с шипами. Должна была хватать игрока своими усами и тянуть к огромному рту в центре. Ее можно было посадить на внешних грядках, реализовано в ниже нуля. Stitch Grass – специальное растение, которое должно было лечить игрока, оказавшегося рядом. По задумке, должно было находиться в каждом биоме игры, но по всей видимости его посчитали слишком читерным. Были и другие виды вырезанной флоры, вроде коралла для рифоспина или же подвида биолюминесцентной травы, но они не такие интересные.